Приветствую вас, друзья мои! Добро пожаловать на канал! Сегодня мы продолжаем прохождение Need for Speed Payback. Я желаю всем приятного просмотра. Погнали! Итак, мы с вами прошли предыдущие серии состязаний и свалили от засады Наварро. Теперь нам нужно встретиться с Шулером. Вы еле-еле улизнули от засады Наварро и от нового изобретения полиции Скайхаммера. Встретитесь с Шулером и обсудите с ним порядок действий. Ну понятно. Едем к Шулеру. Перетрем, что и как, что будем делать дальше. Неплохо так полетели. Нет, нам некогда с этим гонщиком состязаться. У нас более важные дела. Вольные гонщики тут разные. Не до вас сейчас. Блин, отвлекся. Да это же враг общества номер один. Наверняка сейчас какой-нибудь коп в участке бросает дротики в твою фотографию. Не сомневаюсь. В чем дело? Букмекеры ставят столько одному, что ты дойдешь до бандитской гонки. Этого мало. Надо уравнять шансы. Ты же знаешь, я не могу сейчас гонять в центре города. За пределами города полно команд, парень. Шумовая бомба, армия Эмбера, серебряная шестерка. Если хорошо попросишь, они, может быть, даже с домом помогут. Дом крепко взялся за нас, так что союзники лишними не будут. Отлично. Ты мой личный чемпион. Я тебя не выпущу из поля зрения, пока мы не разыграем игру полностью. Итак, нам теперь доступны новые серии состязаний. С новыми командами. Смотрим, что за команды, что за серии. Ага, шумовая бомба. Это дрифт-триал.
Акикимура, король дрифта, лидер легендарной команды «Шумовая бомба», появился в Фортуна Вэлли. Защитите честь долины, побив его результаты в гонке на кольце змея. Понятненько. Дальше что у нас? Встреча с брокером. Это курьерское задание. У брокера новое задание. Встретитесь с ней и уточните, что она готова дать в награду. Ясненько. Далее. Армия Эмбера. Это спринт по бездорожью. Фэй Джонс и ее банда лихих выживальщиков правят пустошью за пределами Сильвер Рок. Вызовите их на гонку и постарайтесь впечатлить так, чтобы они согласились помочь вам. Понятненько. И серебряная шестерка. Гонка на время. Старый друг из Барио, Гайо Ривьера, теперь лидер серебряной шестерки за границами города, где он скрывается от дома. Бросьте ему вызов и убедите его стать на вашу сторону. Все понятно. Ну, короче, нам хочу приобрести новенькую машинку для гонки на время. Тем более, нам сейчас там много доступных машин. Гонщики, это голос куратора. На улицах ходят слухи, что на бандитской гонке этого года разыграется история Давида и Голиафа. Небольшая группа начинающих водителей учится к стартовой черте. А что же коллекционер, главарь дома? Он этому не рад. Команда Тайлера победила половину уличных лиг Фортуны Вэлли. Достойное усилие, но нужно сделать еще многое. Впереди главные трудности. Я обращаюсь к команде, которая смогла. Улицы аплодируют вам. Гордитесь собой. Рассекайте улицы. Устройте дома веселую жизнь. Все еще хочешь остановить нас, Навара? Тогда поднажми. Сейчас заедем к дилеру, купим машинку для серии гонок на время, новенькую машинку. Там стала доступна куча хороших новых машинок. Купим и поедем соревноваться в серии состязаний гонки на время. Серебряная шестерка. Он дальше, здесь заправка. Вот он, дорогой наш дилер гоночный. И смотрим. Но это, конечно же, не то. Далее. Ага, пальцы. Ниссаниус. Нет, не то. У нас такая есть уже. Вот интересная машинка. Вот, Mercedes AMG. Неплохо. Audi Sportback. Но эту Audi, наверное, мы все-таки... Ага, это у нас Nissan, у нас есть такой. Это у нас есть. BMW.
Еще один бумер. Вот, неплохой. И Порш. Ой, Порш — это вообще моя мечта. Вообще машинки обалденные. Вот, интересный вариант BMW. Или вот неплохо. Ну, по техническим характеристикам, в принципе, ну, обе хороши, можно так сказать. Уровень 171, этот уровень 187. Да, это получше уровень, повыше. Так, а что тут? Dodge Honda. И вот Porsche Cayman GT4. И GT4. Ой, красота. Наверное, это лучший вариант на данный момент именно для гонок на время. Хотя и бумер вот этот неплохой, но вот я колеблюсь. Но, наверное, все-таки Porsche будет поинтереснее именно в этой серии гонок. Наверное, все-таки Porsche. Мощность, максимальная скорость, но Dodge нет. Вот. Или BMW вот этот. Или Porsche Cayman GT4. Chevrolet. Но Chevrolet, наверное, все-таки это... Может быть, прикупим для курьерских гонок. Или как она... Да, все-таки берем, короче, Porsche Cayman GT4. Я думаю, для гонок на время это оптимальный вариант. Они эти неплохие, в принципе, не знаю, тут глаза разбегаются, они тут все хороши. Вот этот бумер тоже хорош. Но все-таки, я думаю, Porsche будет поинтересней. По крайней мере, для этих гонок. Porsche будет поинтересней. Да, все, берем, короче, Porsche. Нет, сейчас посмотрим, еще осмотрим, хотя, по-моему, и так понятно, что красота. Красотка, что тут сказать. Так, все, выбираем Porsche, используем, конечно же, машину и погнали. Погнали, не тратим время, мы долго задержали, что там мы у дилера. Ну, характеристики смотрел, сравнивал, хотя там особо больших различий нет, но тем не менее. Итак, отмечаем. Гонка на время, серебряная шестерка. И начинаем серию состязаний с этой командой. Понеслась. Скажешь, машина великолепная. Вольный гонщик.
Торможение в этой машине хорошее. Бросаю газ, и машина практически сразу останавливается. Даже на тормоз можно не нажимать. В принципе. Это немаловажно. Итак, первая гонка в этой серии состязаний. Погнали. Нас было 6 воюющих лиг, изгнанных домом из города. Но здесь мы нашли свое общее дело. Мы серебряная шестерка. И однажды вы о нас точно услышите. Тайлер Морган? Так это все правда. Диос мио, даже не верится. Это ты о чем, Гайо? О том, что ты против дома идешь. Я про это слышал, но подумал, он псих, конечно, но не настолько. Я серьезно. Лина заплатит за все, что сделала. Фига себе. Малыш Тайлер разошелся не на шутку. Чего ты на рожон лезешь, Каброн? У меня для тебя есть дело попроще. После гонки поговорим. Сначала проедь через дамбу Сильвер. Я смотрю, ты легких путей не ищешь. Надо как-то защищаться. Это даже не гонка, а так именно. То есть мы тут ни с кем не соревнуемся, мы просто тут летим на время. Ну, без проблем. Доедьте до финишной черты вовремя. Все понятно. Заодно я пробую нашу новую машинку. Деда. Без меня не начинай, Гайо. Легко. Следующий. Выезжай под мост борту на Гамбл. И побыстрее, моторы уже ревут. Кроме того, который победит. Эй, малыш, дай! Молодцом! Почему малыш? Он же самый младший, что ли? Наверное. Хотя. Наверное, самый младший. Поэтому и малыш. Молодец, амиго! Последняя остановка наверху, за мостом. Я там буду. Амиго. Лучше готовься, тебе мало не покажется. Последнюю точку я по радио называть не буду. Это там, где мы с тобой разбили Мустанг, когда в школе учились.
Хватит меня обвинять! Это ты его разбил, Гайл! Детали! Это все детали! Мы почти готовы, сынок! Давай быстрее! Все детали. Вон и финиш уже виднеется. Заезд пройден. Я на месте. Где будем гонять? Итак, прыжок с пит-карты КПП. Ставим и погнали. Так, доберитесь до точки. Ладно, я человек слова. Отправил тебе координаты. И это должно было быть сложно? Если ты думаешь, что это круто, бандитская гонка тебя раздавит. Если ты вообще меня победишь. Это я в два счета, а потом Элина свое получит. Я про вину не говорю. Я говорил про гонку. Без разницы. Поверь, Амиго, разница есть. Сука, проехал. Увлекся. Сейчас заеду. Тут оно все рядом. Итак, мы на месте. Говнюка давно знаю. Задайте ему за меня жару. Пора! Ублюдок! Прошел круг, пора брать позицию. Нюхай мой выхлоп! Что такое? Догнать не можете? Ох, блядь, не вылетел. Чуть-чуть на тоненького. Первое место мое.
Остался один круг. Теперь за мной. Ты не думай, что победишь, ублюдок. Все равно химица. Не пропустим. Вы, идиоты, даже с гольфкаром бы не справились. Далековато они от нас. Нормально. Задел есть. Заезд пройден. Талант не пробьешь. Неплохо, неплохо. Малыш Тай. ЭБУ. О, еще прокачаемся. Открыто новое задание. Едем туда. Я и забыл, как хорошо ты водишь, Габро. Слушай, бросай свое безнадежное дело. Бери свою команду, айда к нам. Мы тут замутили дело, где нужны люди с твоими талантами. Ты шутишь, Гайо? Не говори, что занимаешься той же фигней, из-за которой наших повязали. На этот раз все по-другому. Конечно, на этот раз уже тебя повяжут. Совсем другое дело. Ты главное на гонку приезжай. Увидишь, как у нас тут хорошо. Ну так едем на гонку. Вот отметили и прием туда к вам. Так, одиночки. Сейчас на заправку поедем. Починим свой спорткар. Хотя не знаю, что она тут чинит. По-моему, только внешний вид. Но не знаю. Ладно. Господи, Гайо, что с тобой стало? Прям какой-то агрессивный этот Гайо. Говорит, мы знакомы с детства, ну там, блин, вообще. Не разве вода, а то прям столько агрессии, блядь. Хотя он может и прикалывается. Посмотрим. Может и нет. Наша задача сейчас выиграть серию состязаний у этой команды. Серебряная шестерка. А дальше будет видно, кто там и что там прикалывается или нет. Ну, правда, такой злой стал там Гайо. Абсолютно нет никаких шансов. Вырвались вперед даже с заделом.
ты смотри, тень как щибит, блин. Главное не пропустить его вперед. Теперь удержаться за первое место. О, ну все же, мы уже около финиша. Сейчас будет финиш. Заезд пройден. Отлично. Выкусите! Круто. Тормоза КПП. Время в полете уменьшается, мощность увеличивается немножечко. Теперь снова вместе? А то! Тетя Анита все еще делает свои офигенные эмпанадос. Только домой мы теперь приходим позже, чем в детстве. Блин, ребят, я с вами реально старые времена вспоминаю. Ну здорово же, да? Следующая гонка на аэродроме. Увидимся там? Так, сократи, не будем по дороге так ближе. Отрыв от земли. Погнали. Рад снова видеть тебя в деле, мучачо. Готов погонять? Всегда. Всегда готов. Погнали! Какой полет красивый, бля. Классно. Нифига себе, как у меня прям вообще прошел, объехал как стоячего, блядь, ладно. Хотя это уже вроде скорость не сбрасывал. Еще один, не отдайся. Ну, уроды. Блядь. Догнать и перегнать. Ух ты, сука, развернуло. Черт!
Медленно едете, ребята! Блин, ты рано повернуть пытался. Заезд скоро кончится. Полтора км. Метров. Ну все, ребятки, это финиш. Заезд пройден. Ай да я! Нитро. КПП. Нитро длительность увеличится и немножко мощность. Использовать. Продадим, да, это немножко. Или все-таки использовать, не знаю. Если нитро менять. Тогда тормоза уменьшаются, ну, немножко их. Ладно, используем их с ним. Немножко тормоза ухудшаются, ну, нитро увеличивается. Гая, что случилось? Зачем ты опять лезешь в это нездоровое дерьмо? Ты не понимаешь, как близок был дом к тому, чтобы все у нас отнять. Я в тюрьме сидел, парень, в тюрьме. Даже копы и те под ними. Нас это не пугает. Я тебя знаю, парень. Тебе нужен повод выйти из этой игры. Ну вот тебе повод. Раньше был нужен, но не сейчас. Ты все время это говоришь, но с нами догонять не прекращаешь. Я так и думал. Следующая гонка на Тайме. Ты там точно будешь, я знаю. Ну, конечно, будешь. А как же? Так, мы уже на месте. Мне твоя команда надоела. Сделаю их, гоняешься со мной. Один на один. Ты ехать будешь? Или будешь болтать? А хочу ли я от жизни именно этого? Хочу ли я быть гонщиком? Сволочь!
Ох, блядь, как он внезапно возник. Бота, блин. Середина группы. Пора поднажать. Сосредоточься. У меня время на исходе. Думаешь, ты можешь победить? Ну все, теперь ты и я. Фух, мне понадобятся новые штаны. Так. Ну нет. Что, страшно? Неужели большой и крутой Гайо боится маленького Тайлера Моргана? Я понимаю, что ты пытаешься сделать, парень. Но дом все заблокирован. Бандитская гонка, она теперь просто ради шоу. Тогда я устрою им чертово шоу. Сильвер Рок принадлежит не дому, он принадлежит нам. Вы правда в это верите, да? Еще как верю. Смотри, убьют ведь тебя, братишка. Ладно, устроим гонку. Но поедем живописным маршрутом. Будет что вспомнить, когда тебя посадят в тюрьму. Обожаю эти горные дороги. Заедем в мастерскую. Может, новые спирт-карты нам доступны? Прокачаем машинку. Ну, конечно, конечно же, есть новые спирт-карты. Отлично. Прокачиваемся. Так, прыжок.
Турбонаддув. ЭБУ. Блок цилиндра, выхлоп. Нитро у нас уменьшается время в полете, приземление. Так, ну выхлоп, конечно, покупаем. Он реально нам дает немалое для машины. Блок цилиндров и тормоза. Значит, тормоза увеличиваются. Нитро уменьшает, теперь наоборот. Если нитро приобретаем, тоже немаловажный момент. Так, смотрим дальше. Это у нас... Ну, это все на уменьшение идет. Время в полете, но это не особо важно. Так, это что? Это турбонаддув. Мощность увеличится, максимальная скорость. Тоже всего по чуть, правда, но... Почему бы и нет? А тут тормозов уменьшается. Ну, тут такое себе. Покупаем турбонаддув. Ну, наверное, все, да? Этого достаточно на данном этапе. Все достаточно. Круто. Сейчас, я думаю, будет вообще пушка, а не машина. Так, мы на месте. Гайо, лицом к лицу. Гайо, как старые добрые, да? Так и по нашим проделкам заскучать недолго, да? Ха-ха, блин, мы тут такое творили. Ну, редким хулиганем были. В аварию попал, что ли, наш оппонент. Походу, да, что-то его тормознуло там. Давай, Гайо, посопротивляйся хоть. Заткнитесь, ступидо. Что-то он еще... Джесс еще с вами гоняет? Круто, как и раньше, а что? Да, я просто вспомнил, как она меня тогда вздула, ты помнишь? Зря, наверное, ее подколоть тогда пытался, а? Что-то он исчез с моих радаров, когда он делся. Слушай, а это прозвище, оно откуда вообще взялось? Помнишь, Раф новую Шеви пригнал? Ты тогда маленький был, нога не доставала до педали газа. Малыш тянется и тянется, ну такая милота. Все, я понял. Я смотрю, ты снова жестко входишь в повороты. Помнишь, как разбил папин Камаро на таком повороте в баре? Я ведь помню, ты там...
тогда взял вину на себя? Такое только мне сходило. Что-то не видно нашего противника. Где-то он, походу, далеко отстал. Я здесь, умбре. Где здесь, блин? Мы тебя не видим. Ты меня не победишь. Не сегодня. Неаккуратно. Нельзя так неаккуратно. Надеюсь, полируется. Хорошо идем. Что-то нашего противника не видно вообще. Где он там? Отстал, блядь. А, ты специально поддаешься? Ты по-прежнему побеждаешь на последних секундах? А то! Ух ты как. Я думаю, мы... Слишком близко. У нас хороший задел. Идем первыми, что-то его даже и не видно. Благай ее. Я на первом месте, ты на втором. Как было и времена, а? Заезд пройден. Все равно не победишь, Гайо. Ну, отлично. Так, ускорение ЭБУ. Ух ты, нитро как уменьшается сразу. Не знаю, нитро вообще уменьшается. Наверное, лучше продадим мы эту карту, потому что нитро нам очень нужно. А тут оно, эта карта, она, короче, не подходит. Все, задание выполнено. Silver Six, команда побеждена. Ой, доступны новые машины у дилера. Формус танка. Заедем потом еще к дилеру, посмотрим. Итак, мы с вами победили серебряную шестерку. Но нам доступны еще состязания в дрифте, курьерские задания и спринт по бездорожью. Но в этих состязаниях мы будем участвовать уже в следующих сериях. А на сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Кому понравилось, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и, конечно же, подписывайтесь на канал. Всем пока!